В самом начале мая, то есть в первых числах, мы вместе с уважаемым гисароводом Ходжи Мирзо Каримом Мирзо Рахимовым отправились в Вражскую долину через Файзабад, Рагун, в сторону Комсомолабада и Гарма. Вот такую красоту мы увидели, невероятно. После лицезрения такой красоты еще больше были поражены вот такой огромной отарой, то есть где овец было примерно 2000, и поражены качеством этой отары. Даже сам Ходжи Мирзо Карим сказал, что эти овцы очень похожи на его овец. Имеется в виду, что, скорее всего, хозяева брали кучкаров в его хозяйстве или в хозяйстве барака. Потому что вот мы потом с камеры уже снимали. Просто великолепные овцы и огромное их количество. Ну, что хочется сказать, что вот именно на таком фоне, в фоне высоких гор, гисарские овцы, которые уже почти дошли до своих летних пастбищ, выглядят великолепно. Буйное цветение трав, неописуемый свежий запах гор и вот эти великолепные животные, очень породистые, которым дал высокую оценку один из самых заслуженных гисароводов. Вот посмотрите, полюбуйтесь. В дальнейшем мы выложим уже видео с камеры. Это мы снимали на телефон. Ну вот, полюбуйтесь. Это как нескончаемая река чистокровных гисаров. Идет по живописным местам среди буйной зелени. Это они идут в пойме реки Сурхоп. Это просто глаз не оторвать. Стройными рядами идут. Там и кучкары очень хорошие. Здесь и матки. Там же и ягнята идут. Вот они уже отпахали. Идут они из Джиликуля. Джиликуль — это юг республики. Идут они все выше и выше и выше. Уже отмахали где-то километров 300-400. А со складками, учитывая складки местности, это еще более. Вот порядка месяца уже они шли к тому времени. Это те, которые решили занять пастбище заранее. Потому что многие отары двигаются в этом направлении. И желательно поспеть туда до того, как кончится трава по дороге. Это очень хорошо. И также занять хорошие места в горах. Вот здесь сразу видно, и Ходжи Мирзо Карим сказал, что, видимо, Дахмарда очень опытный и трудолюбивый, потому что качество овец об этом говорит. Ну, просто глаз невозможно оторвать. Вот посмотрите, сейчас мы немножко дадим уже перспективу. Вот посмотрите, это все одна отара. Как у нас в Таджикистане говорят, тяжелая отара, вазбин. Здесь 2000 как минимум овец. И управляться с такой отарой достаточно тяжело. И вот такие вот виды. Видите, это уже. И чуть подальше мы встретили еще одну отару. Вот в Комсомолабаде, прямо за Комсомолабадом получается. Великолепные тоже овцы. Мы к ним не спускались уже, потому что Ходжи Мирзо Карим спешил по делам. Нужно было нам двигаться, мы должны были встретить определенную отару. Ну вот на таком фоне овцы выглядят великолепно.